Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Давайте немножечко к итогам прошедшей ночи, а то как-то скучно сегодня. На самом деле день был совершенно не скучен, просто не в Украине, а на России. На России было очень даже, я бы сказал, весело. И вот что я имею в виду. Смотрите, сейчас на телеграм-канале, ссылочка, как обычно, снизу мы разместили несколько видосиков замечательных с различных российских НПЗ, которые... На которых что-то произошло, что-то произошло, точнее, нет, как они говорят, ничего не случилось, совершенно ничего не случилось. Итак, на каких российских НПЗ ничего не произошло прошлую ночь? Это Краснодарский край. Афибский НПЗ, который, кстати, находится километров, наверное, 100 от Крымского моста. На нем ничего не произошло, в результате было возгорание. Точнее так, на него упал какой-то беспилотник, мы не знаем, кто его запустил, наверное, местные партизаны. В результате ничего не произошло, кроме возгорания, ну там что-то сгорело, как они говорят, ничего страшного, мы все потушили, охотно верим, мы все потушили, конечно же, ничего страшного не произошло. Скажу одно, что довольно далеко, да, от нас это действительно километров, ну, весь Крым надо лететь. От нас это километров 300-350, но учитывая, что беспилотники вот летают даже над Костромой, которая от нашей границы километров сколько там, 700, наверное, 800, то, как говорится, Афибский НПЗ в Краснодарском крае это ничего абсолютно, тем паче, что всегда рядом находятся партизаны Краснодарского края, кубанские партизаны. Которые, по всей видимости, хотят присоединиться все-таки к Украине. Это еще не все. Там же есть Ильский НПЗ. Но этот находится ближе к э, Крымскому мосту. Соответственно, э, там тоже ничего не произошло. Как говорят расисты, в результате немножечко просто что-то там сгорело. Но опять ничего совершенно страшного. Ну, сгорело, то и сгорело. Подумаешь, одним НПЗ больше, одним НПЗ меньше. Это все ерунда, ребятки. Значит, э, что интересно, что сейчас. Неизвестные партизаны отрабатывают нефтеперерабатывающие заводы, которые непосредственно отвечают за... Снабжение российско-фашистских войск Вот этой группировки, которая находится в Крыму Соответственно, фашистско-российской группировки Которая находится в Херсонской области В Запорожской области Потому что все оно идет из Крыма, через Крым В этой связи, кстати, резонно задать вопрос а Почему вот до сих пор Ничего не происходит На Крымском мосту Хотелось бы, чтобы на Крымском мосту Тоже ничего не произошло Дальше Шебекина Опять пройдемся по Бавовне, которая была, точнее, где ничего не произошло. Шебекина, Белгородская Народная Республика поди, по, подверглась, по всей видимости, ударам, ударам со стороны московитов. Гордый народ БНР страдает от московитских этих агрессоров, захватчиков. Но ну, будем надеяться, что при помощи РДК и Легиона Свободная Россия, э, белкоговорящие, наконец-то, получат настоящую независимость. В рамках Харьковской области, само собой, разумеется. Дальше. Э, прилет был по расистам в временно оккупированном Русней Алчевский. Алчевск, да, замечательный город. Который уже ждет, не дождется освобождения от э, террористического путинского режима. Получил, как говорится, а точнее преподнес подарок рашистским оккупантам. Сейчас они там не знают, ищут пятый угол в четырехугольной комнате. И... Неизвестными патриотами был в хлам разнесен погранпункт в Брянской области. Ну, то есть там взорвалось взорвался мостик. Короче, все взорвалось, все сломалось. Тоже есть отдельное видео. Но я лично подозреваю, что это сами расисты. Это вообще смешная ситуация. Это вот кто знает погранпереход три сестры. Я на нем бывал когда-то, давно уже, очень давно совсем уже, но я его помню. Да, там, значит, стык трех границ, Россия, Украина, Беларусь. И вот взорвался мостик, мост, мостик, я знаю, с российской стороны, что-то там произошло, что-то у них, может не мост, а может, может сам КПП, но взрыв был большой. Рашисты сами утверждают, что они сами взорвали этот КПП или мостик на КПП, там непонятно, может взорвали мостик, но взорвалось все вместе. С тем, чтобы никакое ДРГ не зашло на территорию. Ну, конечно, через этот мостик естественно, никакое ДРГ больше на территорию не зайдет. Но вот если пройти 75 метров влево или 42 метра вправо, то вполне себе можно зайти, обойдя этот мостик. Ну, Ой, короче, да, короче, смех. Ребята, я хочу сказать одно. Вот интересно мне вот спросить все-таки у рашистов. Скажите, у вас нефтеперегонные заводы взрывались до 24 февраля 2022 года? Не? А погранпереходы взлетали на воздух? Не? Тоже нет, да? И никаких партизан не было, в Москве беспилотники не падали. Вот и же я за, за это. А вот скажите: а вот причинно-следственная связь у вас хоть немножечко работает. Вот вы понимаете, э, почему? Вот это все начало взрывать. Начало, только начало. Дальше будет волообразно больше, вы увидите. Знаете, вот то, что сейчас происходит, это такая маленькая рябь, а за ней идет цунами. Да, так вот, э, хочется вас спросить: у вас там как с причинно-следственными связями? Слава Украине!